Всем привет, продолжаем с вами проходить Witch Cry. Сегодня берем сложность нормально. Прозрачность максимальную. Все остальные настройки оставляем по умолчанию. И сегодня возьмем костяную рогатку. Также предысторию не читаем. Мальчик Тимми появился в клетке. И сейчас мы будем разбираться с плачущей ведьмой. Смотрите, прям реально костяшечки. Сбили ключ. Сразу же берем его. У нас рогатка автоматически убирается. Очень удобно. Можем достать. Здесь у нас ждет сундук, который хочет нам дать 5. Ну-ка. Эффекта нет. Дать 5. Стрелять нельзя, смотрите. Ни в коем случае не подходи, говорит. Ищем ведьму. Нос, который нюхает грязный носок. Давайте попробуем ввести время 6:30. Таки раз ввели. Нет, не прокатывает. Не прокатил, значит время совершенно другое. Ну-ка, на всякий случай берем рогатку. И нам нужно разобраться, у нас в игре одна руна или две. Это было необычно, помните, я одну руну таскал, а потом принес вторую, как будто бы. Ноль эффекта. Великану без разницы. Так, это комната ведьмы. Йо. Она выдвинулась за мной, смотрите. Забегаем в ванную, тут носок лежит. Ну-ка, влепим. Вот как она поражается. Взяли грязный носок. Сейчас несем носу, чтобы он понюхал носок. Как раз таки носок, как будто от слова нос. Ну-ка, сверяй. Ну а чей-то запах? Неужто у ведьмы мог быть белый носок с красной пяткой? Отложить. Я кипларианцев уже написала, что здесь неправильный перевод. И в действительности нужно поднять или приподнять. Страниц дополнительных я не вижу. Вот страничка. Кстати. Ну-ка смотрим. Сами включаем интерфейс. И здесь есть значок глаза. Нужно эту сферу потрясти. И похоже, она в игре одна. Но почему она оказалась у нас у бочки в предыдущем видео? Это остается загадкой. Выдвигаемся дальше. Нам нужно эту сферу найти. А пока что идем в тайное логово. Что же у нас там на картинке? Ровно 11 часов, ура! Сейчас это время введем. Давайте на всякий случай подготовим пути отступления. Спуститься. Она что-то услышала. И где же ведьма? Ровно 11 часов. Нас великан ждет, но мы ему никаким образом помочь не можем. Ровно 11. Так. Выпало перышко. Ловим в воздухе. Поймали. Возвращаемся к великану. Кстати, а ведьмы я вообще не вижу. Где она расхаживает? Вон она. Что она говорит? Что ты делаешь с моим ключом? Кстати, она немедленная. Не успеем пощекотать. Нереально. Нереально, нереально, нереально. Кстати, если поймает меня, что случится? Смотрите, где руна. Или все-таки одну руну мы скидываем? Хорошо, давайте пока что без рогатки. Будем ее применять только в самый отчаянный момент. Щекочем. Ну как будто бы ведьма великана пытала. У него следы от сигар на ногах. Рука, рука, рука. Так, нам великан скинул руку. Побежали давать 5 сундуку. Где мы, как будто бы? Ведьма выдвинула за нами. И мы ходим с рукой ведьмы. То есть она потеряла правую руку при схватке с великаном. А если отходить? Выбрасываем. Смотрите, открывает, при том, что мы ее выкинули. Ну-ка, можно так сделать, чтобы ведьмина рука лежала? Да-да-да. Она держится. Данную пластинку мы с вами применяем для того, чтобы ведьма заплакала у кровати. У собственной. Кстати, ну-ка, что если сейчас выстрелить? Ноль эффекта. Ничего не происходит. Йоу! Заметила. Все, прячемся. Кстати, можно же было залезть. Что? Подняться. Поднимаемся быстрее. Кстати, интересная анимация. Спуститься. Ведьмы нет. Все, реально спускаемся.
Сейчас будем ставить пластинку, но давайте дверь закроем. Резко ставим. Быстро в шкаф. Еще ни разу в шкафы не залезали. Ах ты. Так удобно. Двери открываются. Можем следить за ведьмой. Нужна палочка ведьмы. Так, бери. Забрали. Кстати, что если сейчас попробовать взаимодействовать? Из Z. Не работает. Сейчас Z сделаем. На змее. Направили. И рисуем Z. Не работает. Нам, получается, нужно обязательно посмотреть эту подсказку. Поднимаемся наверх. Мы такие раз взяли. И спускаемся. Нет, давайте наверху. Давайте наверху это сделаем. Вдруг ведьма ловит. Прозрачный интерфейс отключаем. Смотрим. Такие провертели. Увидели знак Z. И сейчас можно колдовать. Видимо так. Потому что чем можно объяснить то, что змея не среагировала? Ну-ка, если тебя снова. Раз, два. Есть, смотрите эффект. Чудеса. Ее всю трясет. Это настоящий шокер. Мне даже показалось, что у нее второй глаз появился, но нет. Так ты вечно будешь дрожать? А змея? Оклемалась. Все, пока что садимся. Она стоит, как мистер Мид. Ничего себе у нас сила. Сейчас про взаимодействуем со змеей. И действительно, нам нужно сначала посмотреть заклинание. Ну-ка, змея. Раз, два. Есть! И змея взрывается. Побежали за руной. Отлично. Это у нас используется вместо рогатки. Вот руна. Это та самая руна, которую нужно сбрасывать к решетке. И вниз сама съедет, да? На. Ах ты, йоу. Все забаговалось, смотрите. Потому что мы ведьму не видели. И либо колдовать нельзя, либо нужно обязательно ее видеть. Так, ну то, что посвящается Топси, непонятно, как это влияет на пасхалки. Скорее всего, в этих картинах пустых должны быть логотипы канала. Но самой системы пасхалок еще нет. Хорошо, мы с вами начали заново. Скорее всего, так и оставлю, чтобы сами разработчики видели, к чему приводит именно двойная атака ведьмы. Или просто когда мы ее не видим. Сможем ли мы то же самое сделать быстрее? Так, с часами явно не подгадаем. Ведьмы здесь нет. Фаталити, говорит. Она хочет в Mortal Kombat сыграть, похоже. Или готовится к битве. Уже заметила. Нос быстрее принимай носок. У нас сегодня второй старт игры. Открывайся, мы наверх. Меня, кстати, что-то не пускало. Листочек на месте. Это чтобы взаимодействовать с руной. Возможно, тоже его нужно осмотреть. Где тут у нас значок глаза? Все, посмотрели. Даже интерфейс не отключал. Залезай. Yes. Сегодня еще нужно будет попасться ведьме. Чтобы узнать вообще, как она это делает. Сколько времени сейчас? 10:05. 10:05, у нас время вернулось назад немножко. Был 11 ровно. Мы как будто бы играем второй раз, как первый. А, ты за мной пошла? Смотрите. 10:05. Вылетела ворона. Так, ловим. Перо, перо, ловись. Ругается там она. Так она предвкушает поимку мою, видимо. Ах, вот ведьма-то вообще. Она не всегда у великана стоит. Сейчас он ее огреет рукой. Рассмеивается прямо. По-тихому. А почему он-то злится, что мы взяли руку? Здесь есть руна? Руна есть. Так, ладно, убегаем. Давайте задание с руной выполним. И убедимся, что руны в игре две.
взяли. Нам нужно просто закрыться, а здесь бросаемся. Свалилось, все. Это замечено. И вторая руна находилась в подвале. Как было в предыдущем видео. Открывайся. Здесь, кстати, опасно. И давайте трясти. Разгорается. Давай, давай. Переместила. Ура. И вот руна у нас в руках. Что мы здесь только не находим. Так, а косточку, может быть, пока рано бросать-то? Ты тоже берешься или нет? Тоже берется. А что, если мы первую руну кинем подальше, а вторую опять потрясем? А почему ты не разгораешься-то? Или нам снова нужно страницу смотреть? Вот та самая треуголка и в крови. Где же тот мальчик? Так, ищем глаз. И мы с вами должны нарисовать букву С. Обязательно палочкой. Но вдруг нас змея пропустит и просто так, если мы нарисуем букву Z. Ну-ка. Нет, уже не то. Если что, у нас есть рогатка, сейчас влупим. Ю, все, прячемся лучше тогда. Ждем ведьму. Это сложность нормал. Ах ты хитрая. Так иди проверяй, я же не мог исчезнуть. И влупим. На. Хотя могли этого не делать. Теперь поднимаемся уже с рукой до сундука. Нам обязательно нужна пластинка. И ведьма потеряла именно правую руку при борьбе с великаном. Раз. И отходим. Бросаем даже. Все, ура, у нас пластинка есть. Невнимательно смотрим. Ведьма явно готова к атаке. Она внизу. Это, конечно, было страшно, что мы хотели заколдовать ведьму, и игра просто намертво зависла. Как будто потому, что мы ведьму не видели. Включили грустную мелодию. Все, заревело. Поэтому игра и называется Witch Cry. Обменялись. Давайте провзаимодействуем сначала просто со змеей. Букву Z нарисуем. Раз. А это уже интересно. Что? Уже так не работает, смотрите. Смотря какое заклинание, похоже, смотрим. Такой эффект и будет. Где ты? А в кого превратится тогда ведьма, если мы S нарисуем на ней? Ну, змея, похоже, змеей и осталась. Но видели? Эффект-то какой-то был. Закрывайся быстрее. Да, мы еще ни разу не попадались в ведьме. Успокаивайся. Змея на месте. Как же? Или одноразовая? Похоже, один раз работает, нужно снова смотреть заклинание, которое мы хотим применить. Но ведь Z-то работало вечно. Здесь страница. Именно со змеей. Мы таки раз смотрим, да, похоже? S и переходящая во вторую S. Ну, допустим, S во вторую S. Пробуем. Нет. Надо ближе, что ли, быть? Веревка. Так, хорошо. Это была змея, кстати, видели? Написано змея. Нет, она змеей не становится. Ладно, давайте попадемся. Просто нас съела. Ах ты, просыпаемся в клетке. У нас будет палочка в руках или рогатка? Палочка. Потом будет заклинание для открывания замков, наверное. Это немножко похоже на способности Гарри Поттера. Руны есть.
Кстати, давайте руны возьмем сейчас. Может, снова сработает? И я пойду сейчас левее. Мы смотрим опять руны. Все, ее нужно потрясти. Вот еще заклинание. Но мы с вами пока что взаимодействуем с рунами. И трясем. Нет. Второй раз нас никуда не перемещают. Хотя руна вот. Ну интересно же, что с ведьмой можно было взаимодействовать с символом Z. Вот смотрите. Бам. Нет, не влияет, не влияет. Но где же то заклинание Z? Может, я его наверху оставил? Ты вообще можешь поймать? Вот здесь. Поднимайся. А, я его здесь оставил. Вот ведьма, смотрите. А, достала меня. Она дотягивается. Как нам читать заклинание? И почему в самой первой попытке все получилось отлично? Мы даже влияли на змею. А, говорит, что ты делаешь? На, закрываемся. А, внутрь давайте залезем. Йоу! Дверь уже просто по-жесткому открыта. Уже нас никто не закрывает даже. Она и не злая ведьма-то получается. Спускаемся к чертежу. Ой. Это оказался великан. Вот наш рисунок. Мы смотрим. Все увидели Z. Но что из этого? Похоже, нужно взаимодействовать с ведьмой только тогда, когда мы ее видим. А если мы сами на приседе пойдем? Таки раз. Время остановилось. Нет, почему-то без шансов. Сматываемся от ведьмы. 12.55. А первое прохождение самое было 37 минут. Мы сегодня доизучили и прошли игру «Плач ведьмы на сложности нормально». С вами был Топси. Всем пока.